Более 200 сильнейших гимнасток из 14 стран мира и 33 городов России приехали в Иваново, чтобы показать все, на что способны. В областном центре состоялось торжественное открытие сразу двух крупных соревнований. Международного турнира по художественной гимнастике в индивидуальной программе и всероссийского турнира в групповых упражнениях «Марина Кап». Мы показываем, можно сказать, всему миру то, что город Иваново готов принимать соревнования самого высокого уровня. И Федерация художественной гимнастики совместно с правительством и администрацией города Иваново приложила все усилия для того, чтобы этот турнир состоялся. А для спортсменок это вообще колоссальный опыт, где они могут не только показать себя, проявить, но и увидеть уровень той гимнастики, которая вообще в мире есть. На международный турнир приехали самые талантливые гимнастки, лучшие в своей стране. Ивановские тренеры отмечают, что наши девочки показывают результаты не хуже, чем иностранные гости. Подготовка к международному турниру по художественной гимнастике «Марина Кап» началась задолго до его проведения. Организаторы приложили немало усилий, чтобы комфортно было всем гостям без исключения. Очень нравится, и здесь мы очень много осваиваем от ваших гимнасток. Вы постараетесь готовить все время, каждый год это соревнование, чтобы все делегации чувствовали себя, как будто себя дома. Волонтеры, задействованные на турнире, стараются поддерживать атмосферу радушия и гостеприимства, не игнорируют ни одной просьбы со стороны гостей и стараются по максимуму с ними общаться. Это, естественно, да, помогает язык свое развитие. Я, успела пообщаться, тяжело, конечно, но это возможно понять друг друга, скажем так. Нужно не стесняться, подходить к ним и спрашивать у них, нужна ли им помощь, потому что они сами тоже стесняются этого. Международный турнир «Марина Кап» открывает перед российскими гимнастками совершенно новые горизонты. Им не надо покидать страну, чтобы получить очередной спортивный разряд. Когда тренировалась я, у нас в России такие турниры не проводились. Поэтому это очень большое событие для России. В России сейчас два таких турнира. На этом турнире наши российские гимнастки могут стать мастерами спорта международного класса. Всех гимнасток, выступающих на международном турнире, оценивают иностранные судьи. В их объективности и некомпетентности сомневаться не приходится. Именно поэтому третий год подряд соревнования «Марина Кап» пользуются большой популярностью. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.